Сегодня мы находимся с вами в районе автовокзала. Большое спасибо природе, что даровала нам несколько часов без дождя. Все немного подсохло. Мы решили начать с территории, которая прилегает к автовокзалу. Больше всего жалоб, нареканий и фотоматериалов было отсюда. Поэтому мы уже здесь заканчиваем. Убравшись здесь, мы переместимся на улицу Кирова, на главный вход в парк судостроителей. Там тоже действительно много мусора. Мы поставим все убрать. Спасибо всем, кто вышел сегодня. Пусть даже такое холодное утро, но думаю, срыв нас согреет. Всем большое спасибо. Всем хороших, всем успехов. До свидания.